Дмитрий. Так, это опыт десятилетнего эксплуатации ЛС-430. Когда на ПС ставишь, нужно и наручник ставить. Я обычно этого не делаю. Но думаю, что Дмитрий прав. Продублируем. Так что я согласен. Так, Мансур Магомедов час назад пишет. Lexus, это относится к Lexus LS570, налечил на Lexus. Мансур, должен вам вас огорчить. Лечением я не занимаюсь. Все, что нажито, будем сказать, это за счет головы. То есть не за счет рук, не за счет там лечения, не за счет еще чего-то. Это все работа ума, работа с информацией, писание книг. Вот сейчас я занимаюсь каналом. Канал никак не идет. Я пытаюсь заниматься музыкой. И в ближайшее время я начну заниматься созданием мультиков. То есть это вообще новая сфера, в которой я хочу себя попробовать. Я освоил программу Final Cut Pro 10. Предыдущая версия, новейшая версия. Вот я думаю, что с простенькой такой программой по созданию мультфильмов я тоже справлюсь. Так что в ближайшее время я думаю к этому приступить. Тогда буду меньше вам уделять внимания. Так, Александр спрашивает, 2 часа назад. А ЛС продавать не собираетесь? Александр, я хочу вам сказать, знаете, вот я довел этот Lexus до ума. У меня сейчас все. Более того, я поменял ходовые амортизаторы, там все там такое. То есть, грубо говоря, машина новенькая, и все работает. И завтра я поеду еще ТО делать на 260 тысячах километров. Поэтому эта машина, знаете, вот такая надежная. Она, конечно, не такая проходимая, как джип. Но тем не менее, вот она надежная, комфортная. Вот будете ездить летом и радоваться. Разочарую вас пока, продавать не собираюсь. Просто я в нее влюблен и хочу узнать, сколько же она может пробежать. Потому что ни ржавчины нет. Все работает. Да когда же она, так сказать, что-то с ней начнется делаться. Так.